уважаемые подписчики, зрители канала Алкофан. Рад вам представить нашего нового чугунно-посудного и щедрого партнера, компанию Биол. Эта компания специализируется на производстве качественной литой посуды. Посуда сделана согласно ГОСТу, и когда берете в руку сковородочку, сразу ощущается, что сделано в хороших заводских условиях со знанием дела. Очень приятно получать подарки, честно признаюсь. Для меня появление нового партнера – это как знак того, что канал развивается, знак того, что я делаю все правильно. А теперь давайте рассмотрим более подробнее, что мне подарили. Начну хвастаться, что мне подарили. Это чугунная жаровня, добротная, хорошая, с толстыми стенками. Кастрюля на 3 литра с антипригарным покрытием. Чугунная кастрюля на 3 литра. Два казана. Один казан на 12 литров, второй казан на 8 литров. Гусятница и кастрюля на 5 литров, крышки которых могут быть одновременно как сковородками, так и крышками. Шесть разных сковородок. Это две блинных с антипригарным покрытием, две чугунные сковородки и также две стандартные с антипригарным покрытием. Особенно мне интересна эта сковорода-гриль с прессом. Я думаю, она идеально подойдет под приготовление такого блюда, как цыпленок табака. Как говорил мой друг Руслан, появился у тебя мангал, скоро у тебя появится и казан. Вот он и появился. Хороший, добротный, большой, 12-литровый, с толстыми стенками. Я думаю, в нем получится просто замечательный плов. В инструкции к чугунной посуде написано, что ее можно использовать не только на открытом огне, но также на индукционных плитах, что для меня очень важно. Главным образом вся эта посуда будет использоваться для приготовления пищи на мангале под мой вкусный домашний алкоголь. Спасибо вам всем за внимание, ставьте лайки, кто за меня рад, кто не рад. Дизлайки, я думаю, будет таких меньше. Всем пока!